Привет! С вами канал Rainbow Dash 117. И да-да-да-да-да, знаете что. Сегодня я хочу вам показать мою коллекцию My Little Pony. Первая моя пони — это Лира. Так она выглядит, как Рерити. Дальше пони Луриса, или как ее правильно зовут, у нее метка тоже как у Лиры. Дальше идет у меня Rainbow Dash. Такая. У нее без хвоста, у нее отвалился хвост. Такая. Из яичек. Дальше мне идет Октавия. Так она выглядит. Тоже. Потом тут такой столик. Я туда положила вот такой вот сувенир. И тут у меня сидят пони. Дальше я сейчас покажу их принадлежность. Вот этот столик, правда, это ее, но я использую его как столик. Такой вот. Это Лиры. Такой вот столик. Можно нельзя положить. Дальше идет такой банан. Потом сухарик или что-нибудь. Дальше кока-кола. Да. Хот-дог такой. И такой праздничный напиток. Это все было у Лиры. К Лурисе, или как ее там зовут, прилагалась такая папка. Она открывается. Что-то не могу ее открыть. Но там внутри бриллиантик такой. Это просто такой. Правда, это от Monster High, но я использую его как. Эти вот принадлежности, вот этот бантик и такая штука и фен прилагались к Rainbow Dash. Эти вот принадлежности прилагались к Applejack. Правда, она у меня упала, и я не смогла ее вам показать. А это прилагалась к Octavii. Такая вот расческа и подушечка.